5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы PR5234, для которой можно взорвать 1, 2, 3 сишки. Ну, я вам советую потратить лишь одну и сделать это вот здесь. Получается, 1, 2 и вот третью стеночку мы, пожалуй, взорвем. Тут есть ВСС и калаш вроде бы как. Ради одну сишку взорвать, конечно, не советовал бы, но это хоть что-то. Просто если взорвать вторую сишку, вы получите 2 стальные пластины, 30 сосновых досок, чуть-чуть угля и 7 алюминиевых пластин. Тоже, думаю, ничего особенного нет в этом. Здесь хотя бы ВСС, калаш, 20 бинтов, ключ есть. Вот это у меня украли, клей нахрен мне не нужен, это тоже. Я забирать этого не буду. И здесь вот это можно забрать. Молоточек, шкуру, мясо, 20 бутылок воды и 20 аптечек. В принципе, пойдет. Вот здесь есть 3 ящика. Они стоят вот тут. 1, 2, 3. И они все пустые. Вот здесь есть 4 ящика. 1, 2. Получается, 1, 2, 3, 4. Вот эти 2 пустые. Этот и вот этот пустые. Вот в этих двух здесь доски лежат 30 штук. Здесь 2 пластины, 7... алюминиевых пластин, 2 стальные пластины, 7 алюминиевых пластин. Если хотите, взрывайте. Вот в этой части нет ничего. По-моему, тут байк или что-то еще. В общем, ничего интересного там не найдете. Ну, вот, собственно говоря, ради чего вы тратите C4. Взял с собой вверх, хотел сначала взорвать вот здесь еще, но потом что-то передумал. Ну, нафиг, ради 2 пластин тратить сишку. В общем, вот такой вот лут, вот такой вот рейд. Решайте сами. Хотите взрывать или нет. Ну а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените лайком. Пока-пока. До скорых встреч.